Этим малышам всего 3 дня. Сейчас они находятся под опекой мамы и не покидают берлогу. Медведица Ляля родила 4 детеныша. Такое количество для зоопарка – редкость. На первую прогулку медвежата выйдут только весной, когда окрепнут. А вот маленькая альпака Нюша уже спокойно гуляет по вольеру вместе с родителями и чувствует себя в суровые русские морозы абсолютно комфортно. Живут они в Андах, то есть в горах, где тоже так же снег и холодно. Вот, поэтому они переносят зиму, в нашу зиму, очень даже так комфортно. Вот, сейчас она питается именно молоком матери, вот, и уже пробует там сено, жесткую пищу. Девочка очень любопытная, изучает мир, никого не боится. Вот, родилась она светленькой, но уже с возрастом она потемнеет. Пополнение в зоопарке на этом не закончилось. 2 малышей появилось в семье бурых капуцинов. Мамами стали 2 самки. Детеныши пока передвигаются на них верхом. Заметили беременность, и потом в какой-то день на осмотре заметили уже детенышей, которые висели именно на спине своих мам, потому что там самая длинная шерстка, и за нее держаться вот, как бы надежнее. Папа относится к ним очень даже дружелюбно, подходит, то есть не агрессивно. В январе увеличилось также потомство романовских овец. Среди 20 ягнят 8 мальчиков и 12 девочек. Пока что они греются в теплых помещениях вместе с мамами, но уже скоро будут гулять по площадке контактного зоопарка и общаться с посетителями. В целом, в Лимпопо нет проблем с увеличением потомства. Животные сами проявляют друг другу интерес. Юлия Серебрякова, Екатерина Анисимова, Андрей Панов. Столица Нижний.